Ситуация с туберкулезом в Солнечногорье беспокоит санитарно-эпидемиологическую комиссию Подмосковья. Уровень заболеваемости у нас выше, а интенсивность профилактики ниже среднеобластных показателей. Тем временем в районе зафиксировано уже 45 очагов болезни. И было отмечено, конечно, и работу недостаточную медицинских служб, особенно нашего противотуберкулезного диспансера, миграционной службы. Областная санитарная служба предложила району комплекс мероприятий, направленных на улучшение ситуации с туберкулезом. Визуальное обследование зданий солнечногорских школ позволило сделать общий вывод об их удовлетворительном состоянии. Инструментального обследования у нас не было, оно достаточно дорогостоящее, поэтому мы на следующий год планируем, что надо будет действительно 7-ю школу обследовать инструментально, посмотреть еще раз, для того, чтобы иметь основания для строительства новой школы, для входа в федеральную программу. Аппарат областного правительства готовится к сокращению вакантных должностей в количестве 1000 единиц. Ограничить штаты местных управлений и комитетов посоветовал и глава района. Сейчас мы формируем структуру на Новый год, связанные с формированием и администрации района, и администрации города. Поэтому подходите очень сдержанно, очень оптимально, и руководитель начайте по минимуму. Добавить персонал вы всегда успеете, а вот как сократить, это намного сложнее. В заключение Владимир Нестеров поздравил подчиненных с наступлением зимы и рекомендовал не затягивать с новогодним оформлением города.